Это у нас девочка Кирюшина, кремовая. Правильно, кремовая с белым. Потому что, вот видите, проточинку на лбу. Это говорит о том, что девочка кремовая. Ну, тут кремовые пятнышки у нее. Скорее всего, это будет по спине кремовость. Ну, и на голове обычно видно. Девочка идеальная. Без проблем по здоровью. Вся правильная. Хоть документы выписывай и на выставку веди. Вот такая очень красивая. Очень красивые глазки у нее. С обводочкой. Запигментированный уже носик. Потом еще сильнее запигментируется. Вот такая. Молодец. Девочка-картинка. Так, давай, чтобы тебя рассмотрели. Это хорошо. А что ты хвостик-то спрятала? Вообще она не скромница у нас. Это она просто спала, я ее взяла. Хвостик у нее правильный, с серпиком. Одним словом, девочка-картинка. Вот такая красотулишна. Так, давайте ее сверху снимем, чтобы видно было вам размер. То люди приезжают, говорят, мы думали, она большая. Нет, она вот такая вот, малюсенькая. Куда ты пошла, покопотила? Так, хвостик сейчас нам... Вот так у нас и хвостик, смотрите, энерджайзер. Это она просто немножко решила поскромничать. Так, давай сюда, ребенок, здесь лучше будет видно тебе. Детки, 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 чьи такие детки? Наши, наши, наши. Мордашка у нее коротенькая, коротенькая. Хорошая девочка. Когти только чтобы подстриг, тут цепляются за все. Вот, вот, давай, вот так. Давай за рукой за моей, посмотри. Вот такая, ничего у нее никаких там. Нет у нее там никаких ни грыжек, ничего. Вот такая красотулишна. Жалко даже за такие копейки отдавать. Ну что, давайте следующего, наверное, щенка смотреть. Детка, 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 ну-ка хвостик давай на место возвращай. Слышишь, нет? Где этот хвостик живет? Где этот хвостик живет? Скажи, вот смотрите сами на этот хвостик. Вот такая конфеточка у нас. Ждет своих самых любимых.